Так, и вот еще для шейной зоны такой прием, разработанный тоже Олегом Гудвиным. Тракция, то есть когда мы растягиваем шейные позвонки вдоль, да, их надо просто вытянуть. Поэтому мы устанавливаем кулачки вот сюда, на вот эти вот шишечки черепа, да, а большими пальцами в противоположную сторону. И стараемся вот так вот вытянуть. Растягиваем стороны. Можно так вот подольше упереться, иногда это болезненно бывает, но ничего. И вот так чуть-чуть потрясти. Вибрация в этом случае очень хороша. Вот так вот потрясти. Вот. И также можно установить пальцы сюда, да, отклонившись назад. Немножко вот так потянуть позвоночник на себя. Можно даже череп так немножко взять. Весь на себя его. Все, в следующем ролике еще один будет небольшой приемчик.